Сегодня у нас 18 сентября, утро, время 7 часов. Вот. Сегодня сходил, проверил капкан, и вот еще одна аддатора попалась, небольшая уже на этот раз. Вот Игнач подносит к урагану, что он будет делать с ним, говорит. Он не видал живую-то, боится. Ну? Давай. Это не шарик. Бери. О, чужой. Ну-ка. Чужой. Ну-ка. Чужой. Ну-ка. О, как осторожно рвет. Ой. Давай, чужой. Он уже убил 10 раз. Да? Давай. Так, подожди. Я его сейчас высвобожу. Это малыш попался. Подожди. Подожди. Все. Сам высвободил. Он ее теперь съест. Взорвался. Он оторвал, когда дергал. Не умеет он вообще. Шарик он без крыльев. Это андатра. Такие капканы, это волка можно поймать. Руки трясутся, как смотрю. Все, их там куча. И мы их с собаком ловим. Ай, скребет как. Ой, осторожный. Ой, я отскочил. Какой маленький, боится. Он берет, где попало. Шарик, интересно, только бросит, один укус, и все, микро с ногами лежит. Вот это он делает так, это считается высший класс. Во-первых, он ее все равно замучает и себя не даст укусить. Вот это ценная собака. А которая безрассудно бросается, она может пострадать. Он еще впереди себя бревно положит, чтобы не укусили. Все, вываливает все. Посмотри, какой сильный. Я даже щуркой поправляюсь. Он ее съест, в прошлый раз съел. Пошли. Пошли скорее, обедать надо. Слава Христу.